сейчас еще какие-то Тойоты с колени еще врезаются. 52, 53. Да, Тойота тормозит. 24. Здесь это самое. Оформляем. Ладно, хорошо. Сегодня утром в 8 часов 45 минут на 42-м километре автомобильной дороги Оренбург-Горск произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь со стороны города Орск в сторону города Оренбург, с целью поворота налево допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Captiva, движущегося со стороны города Оренбург. После чего автомобиль Chevrolet Captiva развернуло и выкинул на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ-2106 скончался на месте ДТП, а водители автомобилей «Chevrolet Captiva» и ВАЗ-2106 были госпитализированы в больницу города Оренбург с телесными повреждениями. После этого произошло еще столкновение 4 единиц на данном месте происшествия. Идут следственные действия.